Ну что ж, мои дорогие друзья, всем большой привет, с вами, как всегда, я Дезертир, и вот вышла новая незримая война. Итак, нового Терра, лучшая убийца псионик Доминиона, уже несколько месяцев считается пропавшей без вести. Она не приходит в себя на территории неизвестного военного комплекса, не помня, как там оказалось, однако ее не покидает ощущение скрытой угрозы. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам действительно подготовили, и попробую пройти своими кривыми крабьими лапками на такие эксперте. После нескольких лет затишья зерги вернулись и вновь атакуют планету Доминиона. Император Валериан попытался успокоить взволнованное население, но нашлись те, кто не поверил его обещаниям. Они создали организацию под названием «Защитники человечества». В то же время командование Доминиона потеряло связь с несколькими призраками, включая Нову, одного из лучших агентов и ее команду — Стоуна, Дельту и Пирса. Их судьба до сих пор остается неизвестной. X418-22N. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект — пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так? Нет. Калибровка завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Проверка завершена. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Код 54. Агент бежал. Срочно вышлите подкрепление. Я ничего тебе не скажу. Спасибо. Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Ну что, мои дорогие друзья, всем большой привет. Надеюсь, что все будет хорошо. Сбежавший агент все еще здесь. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Не попадайся им на глаза. Поняла. И, собственно, давайте как бы аккуратненько все это сделаем. Я справлюсь. Будем медленно, эффективно убивать их. Нова, как тебе удалось сбежать? Что бы то ни... Что это за звук? Выполняю. Так, нужно их аккуратненько убивать. Поняла. Таким образом, чтобы все было тихо и аккуратно. Выдвигаюсь. Так, можно вот сюда пройтись. Я справлюсь. Зачем нам их убивать здесь? Уже в пути. Непонятно. Надо убить вот этого парнишу. Выдвигаюсь. Эти ребята нас увидят, как только мы приблизимся. Во что бы то ни стало. Поэтому надо убивать аккуратно народ. Чую заварушку. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла.
Выполняю. Будьте начеку. Этот агент очень опасен. Чую заварушку. Ну что ж, быть начеку, так значит Поняла. Быть начеку. Во что бы то ни стало. Найдите ее немедленно! Уже в пути. Боюсь, что Поняла. Нас могут действительно найти, если мы будем бежать к ним напролом, напрямую. Я вот справлюсь. У нас винтовка наша. Выполняю. Выдвигаюсь. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Ну что ж, попробуем попасть Поняла. В исследовательский блок. Уже в пути. Чую заварушку. Я легко избавлюсь от этих ребят. Ты всегда отлично стреляла. Это да. Во что бы то ни стало. Сбежавший агент здесь! Шевелитесь, шевелитесь! Двигаюсь. Чую заварушку. Так, ну, на самом деле, нужно убить Поняла. Всего-то нескольких ребят. Поняла. Уже в пути. Не вижу цель! Быстро уходим! Двигаюсь. Быстро уходим, уходим. Я справлюсь. Боятся они меня, ребята. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Ладно, надо дальше бежать. Мне с этими ребятами разбираться не обязательно. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Тогда Понимаю. Обойдем. В чем проблема? Уже в пути. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Ну, вот как-то так. Уже в пути. Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Во что бы то ни стало. Я справлюсь. Не тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Воу. Поняла. Неприятный сюрприз. Нова, нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Да, надо бы поспешить. Давай, быстрей. Отлично. Быстренько энергию восстанавливаем. Нужно бежать. Нужно бежать, дорогие друзья. О-о-о-о. Быстренько. Казнить призраков Доминиона! Чую заварушку. Поспешим. Я справлюсь. Я думала, меня убьют. Бежим давай. Нужно найти остальных. Ай. Без нас они пропадут. Поняла. Следую за тобой. Выполняю. Во что достаточно энергии. Поняла. Так, нужно найти действительно остальных. Без нас они действительно пропадут. Чую заварушку. Поняла. Надеюсь, что там есть что-то полезное. Ладно. Так, бежим за мной сюда, девочка. Выдвигаюсь. Сюда. Выполняю. Да, конечно, коцают нас так нехило довольно-таки. Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Выполняю. Давайте Выдвигаюсь. Реально обходить как-то все это дело. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Поняла. Уже в пути. Так, ладно, придется быстренько их убить. Заварушку. Иначе Во чуть-чуть убьют стало. Нас. Так. Выдвигаюсь. Выполняю. Выдвигаюсь. Быстро сюда, ребята. Поняла. Не тупите, не тормозите, Поняла. Пожалуйста. Как я справлюсь. Замечательно. Уже Надо пути. Как-то быстро все это пройти. Поняла. Так, чтобы это было Во аккуратно, бы хорошо стало. И классно. Чую заварушку. Я справлюсь. Так, подождем Выдвигаюсь. Немножко. Выполняю. Пошли нафиг. Выдвигаюсь. Давай. Поняла. Уже в пути. Замечательно. Поняла. Нова танкует. А что бы то ни стало. Все супер. Чую заварушку. Вот. Недостаточно энергии. Вот, то есть серьезно, да? Поспешим. Выдвигаюсь. Уже в пути. Энергии. Хотя эти, по идее, Выдвигаюсь. Меня не увидят. Поняла. По-хорошему. Я справлюсь. Ликвидирую цель. Ну, покоцали меня, кстати, Начинаю хорошо штурм. Так довольно-таки. Приближаюсь к цели. Слава богу, ты справилась. Идем. Идем. Мы выберемся отсюда все вместе. Естественно, выберемся все вместе. Но что бы то ни стало. Как же без Я этого? Справлюсь.
Мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на связь с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. У нас будет больше шансов, если мы разделимся. Мы с Пирсом пойдем отдельно. Удачи! Хорошо. Стоун, нам пора. Оу. А, это прикольно. Вот это, кстати, прикольно. Мне это нравится. Нужно смотреть в оба. Вокруг полно гражданских. Стоун сам их объезжает. Круто. Прикольненько. Ты предала нас. Так, мне вот, кстати, прикольно, прикольно. Вот, вот реально классно. Мне это прям симпатично. Кстати, коцают они нас так нехило, я вам скажу, друзья мои. Очень даже нехило. Нате вам, гады. Ух. Прям так. Нова! Противник приближается сзади! Нехорошо. Эти сволочи все не угомонятся. Мы с ними разберемся. Надо реально под них, походу, гранату кидать. Сейчас проверим заодно. Так, вот смотрите, подполнили фул здоровье. Жалко, гражданских убили. Но зато да, это действует. Так, надо бы как-то хпшку восстановить. Самую малость. Отлично, дошел до туда, докуда не дошел в прошлый раз. Классненько. А, пару гражданских, правда, все же погибло. Над нами банши! Серьезно? Шутите, что ли? Но, кстати, сделано реально прикольно. Вот, классно. Мне понравилось. То, что они меня атакуют в основном, вот это мне нифига не нравится, но окей. Так, отлично. Я надеюсь, это все или еще что-то будет? Нет, видимо, еще что-то будет. Еще и сзади. На, еще раз. Так. Скорее всего, будет еще парочка таких штук. Не очень-то хорошо. Банши довольно жесткие. Недостаточно энергии. Ай, жопа мне, походу. Блин. Меня подбили. Нова, езжай дальше, я как-нибудь выберусь вот сам. Тоже опять чуть-чуть не дошел. Вот прям нифига не круто. Банши жесткие, очень жесткие, кстати, я вам скажу, ребята. Пошел ты. Да ладно. Вот серьезно, да? Вот то есть аптечка прямо передо мной была. Самую малость. Так. Отлично. Главное это делать аккуратно. Пошел вон отсюда. Банши жесткие здесь, я смотрю. Как весело-то. Да, мне бы сейчас дойти до кого-нибудь. Например, до хилочки. Недостаточно энергии.
Это что за чертовщина? Державший агент найден. Орудие к бою. Да вы шутите. Ладно, подхилились. И то хорошо. Я думаю, здесь будет чуть проще. Здесь просто нужно, я так понимаю, уклоняться. О, класс. Мне нравится. Не, мне серьезно нравится. Очень прикольно сделано. Такой типа мини-босс. Классно, классно. Так, а сейчас что меня ждет? Ясно, понятно, ничего хорошего. Ну, в принципе, как и обычно. Ух! Чуть не поджарил мою попку. Точнее, он почти поджарил ее, на самом-таки деле. Разнообразие. Мне нравится. Несмотря на то, что я, помните, говорил, что типа нового там ничего интересного не будет. Нет, вот, кстати, вот удивили. Возможно, как бы в компании есть что-то подобное. Ну, в смысле, в обычных в игротеках, да. То есть нечто интересное, типа битвы с боссами. Такое там есть. Но вот чтобы прям вот так вот, такого я еще пока не видел. Нравится, 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 да. Пока мне нравится. Пока я за. Вот прям обеими лапками, так сказать. Прям класс. Прям вот классно, классно. Вот эту гадость надо уничтожить, потому что она меня коцает. Меня корабль-то не так коцает, как она. Банши все-таки они... Ух! Вот это было неожиданно. Ой! Второй раз там же. Прости, прощай, чувак. Замечательно. У нас получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Это была первая миссия. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока, мои дорогие друзья. И, в общем-то, как-то так. Ладно, с вами был, как всегда, Дезертир. Удачи! Ребят, на всякий случай сообщаю, если вы вдруг не поняли, почему вдруг Керриган на обложке, так сказать. Ну, просто потому, что она тоже является призраком, и по мне эта картинка выглядит лучше, чем с новой, поэтому поехали.